Привет, друзья! Добрый день, друзья! Бандит вышел погулять. А где все остальные? Ахиллес тут. Мальчик мой. Ну что тут? Охраняет Ахиллес. Мальчик ты мой. А, Чаки. Поиграй, Чаки. Пока Ахиллес разрешает, поиграй. А где Луна у нас? Спит, что ли? В вольере. Нет, Лунки тут. А где Луна? Ахиллес. Что она убежала, что ли? Она может. Пошли, Чаки, пошли. Ну, лосиная голова, друзья. Смотрите, как он все мясо, ну не едят, вот мясо. Голова. Ну это в духовке сделано. Ах, ну там друг отдал, ну, в ресторане делали там, не доели, вот и собаки доедали, вот этот нос, мус, все это мясо он чисто, не едят, ну. А вторая голова там, вот там вторая голова, ладно, голова с головой, интересно, а где Луна, если тут, может, под баню зашла, уже готовится к родам. Луночка. Лун! Лунка! Луна! Лунка! Ай, ты моя девочка, ты где там? Ты что там делала? Моя лапочка, она готовится к родам, друзья, походу. Ну, еще рано пока, да, в конце месяца. Лун, ну-ка пойдем посмотрим, ты где была. Они обычно вот, когда уже близко, да, когда будут роды, они себе место уже делают. Тоже, ребят, аборигенные собаки, они тоже как волки. То есть они так себя ведут. Лун, ты где была, Лун? А, вот где она была. Вот, друзья. Вот отсюда заходит под баню. Там песок. Ай, Несси туда что только не потащила. Одеялы там, что только нету. Наверное, Луна там все место делает, чтобы рожать. Моя девочка, мы будем с тобой в тепле в бане. В бане будет Луночка рожать. Будем топить печку там, чтобы тепло было щеночкам. А Несси там будет помогать Луне, да, Лун? Что? Что, моя девочка? Кто хочет гулять? Неська. Неся, Неся, Неся. Чаки, уйди, Чаки. Ну не мешай, Чаки, хватит. А, Лун, тоже хочешь сюда? Иди, Лун. Иди, Лун, иди сюда. Нет, не спи пока. Неська! Несь! Несь! Блин, кофе вылил, а? Неська! Лучуки! Смотрите, а? Этого бандита! Ну и знает место. Прям, смотрите, за ухо берет. Чаки! Смотрите. Так сюда иди, Чаки! Несь, ну дай ему один раз, Несь. Дай покажи, кто хозяин, кто хозяйка тут.
А то наглеет этот, смотрите на него. Бешеный яктерьер, друзья, смотрите на это. А? Наглеет. Несси не хочет обижать, а этот наглеет. Неська, пошли. Пошли гулять, моя девочка. Гулять, Несь. Несь, гулять. Гулять, моя девочка. Гулять. Пошли, Несь. Несь, гулять. Ай, молодец, Неська. Гулять, моя девочка. Гулять. Гулять, Неська. Иди погуляй, иди, моя хорошая. Побегай. А, Чаки. Чаки. Ох, лес. Лося грызет. Голова лося. Ну. Хулящик. Красавчик. О, давайте втроем. Кто может подойти к Ахиллесу, а? Прямо сейчас. Кто? Кто может? Никто. Только кто? Папа может. Папа может. Да, мой мальчик. Только папа может моего кроссовчика вот так гладить, когда он есть. Ну-ка марш отсюда, Сейчас получите вы все. Сейчас Ахиллес вам даст. Неська. А, Несь. О, Чаки нашел кусочек. Стащил все-таки. Ну, сейчас Дуна увидит, что он что-то есть. Будет. Сейчас отберет, наверное. Лун, что там Чаки есть? Лун, что там Чаки есть? Смотри, Лун. Лун, Чаки есть. Смотри. Лунка, пошли. Где Чаки? Смотри, Чаки есть. Лун. Смотри, Лун. Лун, Чаки есть. Смотри. Прыгни, Лун, да. Хочет отбирать, но если бы захотела бы сразу моментом, один рык, все, Чаки бросает, все, убегает. Неська, моя девочка. Хулесь, мой красавчик. Ешь, мой мальчик, ешь. Ешь, мой красавчик. А эти вдвоем за Чаки охотятся, хотят кусочек мяса забрать у него. Хулейщик, мой красавчик. Ну, мальчик, на, вот это, на. Ну, мой мальчик, ну, мой кроссовчик, молодец. Молодец. Чаки, ты кофе мой вылей сейчас. А, хотите получить у Ахиллеса, что ли, все? А?
кто первым будет? Походу Чаки будет. Вот так. Это Чаки Тени Несси. Чаки Чуки. О, Ахиллес. Есть. Чё? Красавица. Моя девочка. Чаки, иди сюда. Успокойся, Чаки. Хватит наглеть, Бандит ты маленький. Ешь, мальчик, ешь. Ешь, мой красавчик. Хрящики там, мясо. А, Лун, а твой где? Где, Лун? Тебе тоже дал же такую голову. Или ты уже сён? Где он? Где голова? А, вон. Ну, сейчас смотри. А тут Луна хозяйка. Чё? Все поела, ну, да? Ну, зубы. Да, мальчик. Кушай, мой красавчик, кушай, мой красавчик. Кушай, мой хорошо, кушай. Кушай, мой мальчик, кушай. Кушай, на. Ну, мой мальчик, на. Ну, мой мальчик, на, ешь. Молодец, мой красавчик. Упал, на. На. Не хочешь? Чаки, на, Чаки. Чаки. Чаки, убегай, Чаки. Убегай, Чаки. Как вам повезло, Чаки, Луна, Несси, что Ахиллес не может бегать быстро. Не может догнать вас, а то вам хана, я говорю. Вы тут, блин, шаг влево, шаг вправо, сразу расстрел. Без разговоров, Луна. Охулюешь. Нельзя, Чаки, нельзя, нельзя. Охулюешь, мой мальчик. Месси, смотрите, ребят. Вот, даже вот Ахиллес смотрит на нее, да? Она уже подчиняется, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите. Вот, Луна уже все перед ним. На колени. А Чаки сразу. О, тоже. Чаки повод надо. Чтоб Ахиллес добрый стал. Ну, Несси, смотрите, как подход делает. Чаки, успокойся, Чаки, сейчас домой пойдешь,
Чайки! Вот, Ахиллес с Луной только. Вот доверяет. Ну. Чайки-чуки. Ахиллес. Красавчик, хулёсь. Мальчик мой. Зверь, ах, я меня зверь. А Несси, вот подход делает. Смотрите, боится Ахиллеса, но... Смотрите. В полном подчинении. Ахиллес, смотрите. Ахиллес любит лунки. Любит. Вот, реально любит. И Луна тоже. Вот, у них реально любовь, друзья. Луночка. Ах, чай, смотрите. У Анесси, смотрите. Стащила все-таки. А, Нэйс. Успела. Успела, да? Нэйс. Ахиллес знает. Ахиллес реально не доверяет Нэйси. Когда настроение есть, говорю, даст просто понюхать там пару раз и все. Максимум. А так, чтобы играть с ней, никогда, ни разу не было такого. А это тоже мясо нашел. Видите? А, Чаки, не доел, не успел.